из правил того, как вести себя в доме мужчине, а это украшаться мужчине для своей жены, так как это подобает мужчине. Будь то красивая одежда, приятный аромат, мужчина должен стремиться к тому, чтобы приятно пахнуть в своем доме. Использовать мисвак при входе в дом. Принять душ, помыться, если от него неприятно пахнет. Одевать красивую одежду в своем доме. От Шурейха, который сказал: «Я спросил Аишу, да будет доволен Аллах, с чего начинал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, когда заходил в ее дом?» Она ответила: «С использования сивака». Передал Муслим. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда он входил, первое, что он делал, это использовал сивак. Он очищал свой рот, облагораживал его, и его рот был благим, саллиллаху алейхи вассалям. Мужу следует устранять неприятный запах из своего рта, особенно после принятия пищи, или когда он молчит, или много говорит. Пусть использует сивак. Говорит Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими: «Поистине я украшаюсь перед своей женщиной, подобно тому, как украшаюсь перед моим Господом». От верующего требуется, чтобы он украшался во время молитвы. Говорит Аллах: «Украшайтесь перед каждым выходом в мечеть», то есть перед каждой молитвой. Здесь не имеется в виду мечеть как место. Мечеть имеется в виду действие, земной поклон. И это для каждой молитвы, даже если ты дома. Является желательным тебе одевать самую красивую одежду, если ты пожелал помолиться. Некоторые люди, когда желают выйти из дома, они украшаются. А когда молятся дома, то делают это в изношенных штанах. Это дозволено, если они прикрывают аврат. Однако это не из полноценности. Полноценность — это если ты встаешь перед Аллахом, то ты украшаешься и выглядишь красивым. Даже если ты в спальной комнате. Ибн Аббас сказал: «Поистине я украшаюсь для своей женщины, я одеваю для нее красивую одежду, и этим самым приближаюсь к Аллаху, подобно тому, как украшаюсь для своего Господа».